городе Ярославле открывается еще одно памятное место. Мы все прекрасно помним, как в январе месяце мы закладывали все вместе камень на месте будущего памятника Василию Филипповичу Маргелову. В планах у нас есть 1 августа этот памятник поставить. Командующий ВДВ, генерал Шаманов, генерал-полковник Шаманов, держал свое слово, в этом нет никаких сомнений. Сегодня рядом с закладным камнем БМВ-1 заняло свое место. Воздушно-десантные войска, как хоть и молодые войска, являются опорой вооруженных сил, и в самые трудные точки посылаются именно они. Именно вы, ветераны ВДВ, лучше меня знаете это. Хочу, чтобы этот праздник прошел в Ярославле на самом высоком уровне. И, конечно же, в этот день мы будем вспоминать всех ветеранов, которые сложили голову за наше Отечество. С праздником вас, дорогие друзья! Слава ВДВ! Слово для выступления представляется советником губернатора Ярославской области Березкина Сергея Владимировича. Добрый день, дорогие друзья, дорогие земляки, воины-десантники, товарищи офицеры, ярославцы. Сегодня действительно большой праздник на нашей земле, Ярославской земле. В эти солнечные дни во всех уголках Ярославщины, России проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные великой победе советского народа в 70-летие со дня победы Великой Отечественной войны. И вот сегодняшний день здесь, на священном месте Ярославского, для нас особенно дорог. Как было сказано, чуть более 3 месяцев назад здесь был заложен камень, новый мемориал, посвященный десантным, воздушным десантным войскам. Вы знаете, воздушные десантные войска – это слава и гордость вооруженных сил. И у нас, в Ярославской области, воздушно-десантное братство с каждым годом все крепче, все мощнее. Вместе с участниками боевых действий в Афганистане, в Чечне, они составляют сильный, мощный отряд патриотической общественности нашей области. Для нас это важно, потому что вы видите, как непросто складывается обстановка в мире. Многим не нравится то, что Россия... И то, что сегодня здесь мы можем заявлять о том, что Россия сильна, и мы гордимся нашей Родиной, это много благодаря и десантникам, нашим воинам. Я хотел бы сегодня всех сердечно поздравить вот с этим событием и, конечно, с великой победой, с праздником, дорогие друзья.